Девчонки, всем привет! Я решила быстренько записать для вас очень важное видео. Я нахожусь на ретрите в Карпатах, но мне кажется, надо как можно быстрее выпускать это видео, чтобы вы не наделали глупостей. Почему нельзя делать перманентный макияж, микроблейдинг, татуаж бровей? Я вам сейчас расскажу, но перед этим расскажу вообще свою историю, как я к этому пришла и как я это узнала. Если вы, в принципе, погуглите в интернете, то вы найдете информацию, но, в принципе, я думаю, что то, что я вам дам, вас переубедит. Сейчас я перед вами сижу не накрашенная. Это для чего было сделано? Чтобы вы понимали, я вам буду показывать. То есть у меня есть перманентный макияж стрелок. Это хорошо, ну, в плане как, я имею в виду, это не вредит. Почему именно бровям вредит перманентный макияж и микроблейдинг? У нас есть волосяная фолликула. И когда делается перманентный макияж, татуаж или микроблейдинг, в любом случае это травмирует волосяную фолликулу. Когда это перманентный макияж, то это как татуировка, то есть в любом случае волосяная фолликула травмируется. Если это микроблейдинг, там вообще все не очень хорошо, потому что идет микронадрез, такой мини-мини надрез, можно сказать, по еще так называют техника, волосяная техника, так, по-моему, называют ее. Это вообще не очень хорошо. То есть первый результат, который вы увидите, вам очень понравится. Вам понравится, будет красиво, но подумайте, что будет, например, через год. Во-первых, делают коррекцию, то есть после того, как сделали перманентный макияж или микроблейдинг, не сразу краска проявилась, где-то местами будут проплешинки, и мастер добивает. В прямом смысле этого слова добивает ваши волосяные фолликулы. Проходит год. Почему, вот, например, я против? Потому что я сама с этим столкнулась. Мои брови, сейчас они классные, я сейчас своими бровями очень довольна, и все благодаря мастеру, которому я попала, которая меня, можно сказать, и отговорила от этого. То есть сначала не отговорила, я, наверное, расскажу так чуть-чуть, кратко свою историю. У меня были года, наверное, 2 назад такие брови ниточками. И тут в моду входят натуральные широкие брови. Ну, конечно же, мне хочется. Ну, а как? У меня-то бровей нету, то есть у меня ниточки. Ну, думаю, сделаю себе перманентный макияж. Но перед этим пойду к мастеру, который мне сделает форму. Прихожу я к мастеру, а она мне говорит, не надо делать перманентный макияж. Я говорю, нет, надо, это классно. То есть она мне рассказывает, но до меня не доходит. Я настолько хотела перманентный макияж, так хотела сэкономить себе время, иметь красивые брови и ничего не делать, что я ее просто не послушала. Она мне делает брови. Ну как, тоже, я ей очень благодарна за это, потому что по коже она мне прокрашивает хной и говорит, потерпи буквально 2 недели, волоски по этой форме начнут отрастать, и вот у тебя будет твоя форма, которую ты хочешь. И когда я уходила, она мне говорит, ну не делай перманентный макияж. Я говорю, ну хорошо, а сама сделала. Прошел год, и мои брови стали серого цвета. Хорошо, что серого, потому что в основном, когда делается перманентный макияж, то брови приобретают такой цвет, как фиолетовый, то есть выгорание. Перманентный макияж и микроблейдинг. Нельзя загорать, девочки, нельзя посещать солярий, нельзя посещать баню. Об этом не все говорят и об этом не все знают. Поэтому, то есть идет выгорание в любом случае. Вот у меня есть татуировки. Я их, перед тем, как выйти на улицу, я обязательно их смазываю SPF 50. Для чего? Для того, чтобы они не выгорали и не появлялся вот этот вот синюшный цвет. Вот представьте, татуировку вы можете под одежду спрятать, а брови-то вы не спрячете, когда они синего цвета. Это смотрится очень некрасиво. Забить это, забить в плане, я имею в виду, не татуировкой, то есть не перманентным макияжем, опять же, а именно просто карандашами, тенями. Очень сложно подобрать оттенок такой, чтобы он выглядел натурально. То есть синий цвет очень сложно перекрыть. Мне повезло, что у меня серый цвет, и я его перекрываю. Раз в месяц я хожу к мастеру, она мне красит брови краской. 2 недели я хожу такая красивая, потом мне приходится подкрашивать уже гелями.
карандашами, тенями, то есть подбирать цвет и как бы делать им форму. Поэтому у меня к вам просто огромная-огромная просьба. Кто хочет сделать перманентный макияж или микроблейдинг, сейчас новая технология, все на ней помешаны, я вас умоляю, не делайте этого. Мало того, что вы травмируете свою кожу, вы нарушаете свои волосяные фолликулы. И получается, что мало того, что через год у вас будет цвет не очень хороший, да, можно опять пойти к мастеру и опять сделать перманентный макияж или микроблейдинг, но когда пройдет время 5-10 лет, вы останетесь без бровей вообще, то есть нарушена волосяная фолликула, и она, брови просто не растут. Единственный момент, кому можно делать перманентный макияж и микроблейдинг, это у кого нет бровей вообще, и они не будут расти. Например, я, например, свои брови отрастила с помощью масел, касторовое масло. На ночь я просто смазывала, на щеточку капала масло и смазывала брови. Можно сказать, просто по голым бровям, и волоски начали отрастать. В данный момент у меня брови не накрашенные, то есть это мои волосы. Я на ночь, как я уже говорила, смазываю их маслом. Сейчас уже, конечно, не всегда, а когда я хотела их отрастить, то смазывала, конечно, всегда. Вот, поэтому, в принципе, я надеюсь, что я вас убедила. Может быть, я не всю информацию донесла, но самое основное – это то, что через, ну, если подумать на будущее, то через 5-10 лет можно остаться вообще без бровей. Хорошо делать такие вот процедуры для, ну, в принципе, женщинам, кому уже там за 50, за 60, у кого волоски уже не растут, а брови иметь хочется. И не думайте, что брови не вырастут, вырастут, просто надо терпение. Вот чуть-чуть потерпите, и будут у вас красивые, шикарные брови. Главное попасть к хорошему мастеру, который даст форму вашим бровям, и вы по этой форме будете отпускать свои собственные красивые брови. Я желаю вам здоровья, удачи и, конечно же, красивых-красивых бровей. Пока-пока!